Всем привет! С вами Прапор, и мы играем в Assassin's Creed Valhalla, второе дополнение «Осада Парижа». А в данном видео хочу показать очередное мировое событие в области Мильнуа. Вот она, наша область. А наше событие, получается, находится вот здесь, вот на севере области. Здесь у нас точка быстрого перемещения, это руины Диодурума. Вот. Чтобы нам его сделать, нам надо спуститься вниз. Вот какое-то у нас событие непонятное. Первый раз вообще его вижу. Спускаемся мы не здесь. Спускаемся мы там вот. Вот 50 метров. Погнали, получается. Есть какая-то щель. Так, это что-то у нас связано с соседями. Открыть. Хорошо. Пора узнать, что тут спрятано. Либо нам воду вообще надо идти, да? Так, давай вот это заберем. Сразу. Новая способность, да? И вот это взять ключ какой-то. Близ Парижа незримые спрятали сокровища. Надо найти ключи. Так, приказ покинуть Париж. Братья, после смерти императора Гонория и последующее за этим отбитием братства из Британии, нам больше нечего делать в Париже. Холодные ветра Британии достигли и наших берегов. Магистр Вит велел уходить и вместе отправиться туда, где мы нужнее всего. Всем незримым предписывается немедленно покинуть Париж, контора будет закрыта, а три ключа от нее спрятаны в руинах Шамле, Дисакума и Диодурума. Возможно, в будущем, когда нынешние недопонимания будут забыты, они понадобятся кому-то еще. Все, кто совершит путешествие, с радостью примут в конторе в Кёльне. Я буду ждать вас там. Кака. Так, ну что ж, ребят, вот мы завершили очередное мировое событие. Получается, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем счастливо. Всем пока.